Ни для кого не секрет, что одним из важнейших факторов, создающих уют в квартире, является наличие телевизора. А появление такого класса, как Smart TV, превратит ваш досуг в увлекательное времяпрепровождение, благодаря наличию большого количества интерактивных возможностей. Но, к сожалению, зачастую такое приобретение влечет за собой серьезные финансовые затраты. Среди умных телевизоров от Samsung хорошим соотношением цены и функционала отличается наш сегодняшний гость – UE46F6510, о котором и пойдет речь. С вами Алексей Терещенко и проект Ferrum.com. Приступим к обзору. Комплект устройства состоит из двух пар активных 3D-очков и R-кабеля, двух пультов с батарейками, сетевого кабеля, а также инструкции по эксплуатации. Главным трендом в дизайне гаджета является минимизация ширины рамок по контуру дисплея. Несмотря на строгость фронтальной панели телевизора, его рамка изготовлена из приятного на ощупь качественного белого пластика, а обечайка из прозрачного, что в целом лишает стиль устройства ненужного официоза. Массивная крестообразная подставка устройства изготовлена из металла, покрытого хромированным пластиком. Данная конструкция мне очень понравилась, ведь она сохраняет устойчивость телевизора одинаковой при наклоне его как вперед, так и назад, а также позволяет повернуть дисплей в нужную вам сторону. Габариты нашего героя составляют 1044 на 607 на 47 мм при внушительной массе в 11,3 кг без подставки. Конечно, в толщине наш герой несколько проигрывает своим более дорогим коллегам, но эту разницу нельзя назвать критичной. На тыльной панели слева вы обнаружите 3 порта USB, 4 гнезда HDMI, входы для антенн, выход IR, разъем под наушники, гнездо LAN, разъем RGB, входы для компонентного аудио и видео, а также оптический аудиовыход. Простенькие кнопки переключения канала, регулировки громкости и выключения заменены более удобным 5-позиционным навипадом. В целом внешность F6510 достаточно яркая и своеобразная. Она не обременена особыми дизайнерскими изысками, но в то же время наделена практичными конструктивными решениями. В комплекте к телевизору вы найдете два пульта – простой кнопочный и сенсорный. Главным достоинством последнего является отказ от блока клавиш канала в пользу сенсорного и голосового введения их номеров. Да-да, вы не ослышались, именно голосового. Изменить канал. Канал 3. Кроме того, интересным для пользователя станет также возможность управления телевизором при помощи жестов. Перейдем к самому важному элементу нашего героя – LED-дисплею. При диагонали в 46 дюймов его разрешение равно 1080p, благодаря чему картинка отличается высокой четкостью и детализацией. Цветопередача естественна, углы обзора неплохи, а насыщенность, равно как и контрастность изображения, хороши, но без излишеств. Motion Rate F6510 составляет 400 Гц, благодаря чему все действие на экране выглядит действительно плавным. Неприятным моментом является разве что глянцевое покрытие дисплея, из-за которого вы будете видеть все источники света в отражении на экране. Некоторой данью бюджетности стала акустика телевизора, представленная всего двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый. Несмотря на заявление производителя о качественном стереозвуке, его объем вы сможете ощутить только при подключении внешней аудиосистемы. Приятным для пользователя станет не только наличие режима 3D, а и возможность конвертации 2D в 3D прямо во время просмотра телевидения. Кроме того, как я и упоминал в самом начале, в комплекте вы обнаружите две пары активных 3D очков, которые мерцая передают изображение на каждый глаз поочередно. Наш гость оснащен тюнером Т2, который при наличии антенны с усилителем позволит ловить не только аналоговые, а и цифровые телеканалы. При нажатии на кнопку Smart Hub вашему взору представится три раздела – приложения, фото-видео, музыка и социальные сети. В приложениях находится список установленных в память телевизора программ, а также рекомендованные производителем. Во вкладке «Фото, видео, музыка» расположилась картотека медиафайлов, которые телевизор обнаружил при подключении к нему внешних носителей информации. Социальные сети представлены лентой рекомендованных видеороликов, а также списком ваших контактов из Skype, иконки которых появятся после авторизации в клиенте программы. Самым полезным приложением из коробки, по моему субъективному мнению, является веб-браузер, который благодаря наличию встроенного модуля Wi-Fi и сенсорному пульту делает интернет-серфинг максимально комфортным. Список поддерживаемых устройством форматов медиафайлов представлен MP3, VMA, MPEG-4, DivX, MKV и JPEG. Да,
перечень не очень-то и широк, но бытовые потребности большинства покупателей он должен удовлетворить. Подводя итог, я бы похвалил неординарный дизайн, стильную подставку, большое количество интерфейсов для подключения внешних устройств в голосовое управление, а также комплектный сенсорный пульт и активные 3D-очки. К недостаткам можно отнести немалую толщину телевизора и его слабенькую акустическую систему, а также маркое глянцевое покрытие дисплея, хотя к самому экрану претензий нет. При средней стоимости в $1000 США наш герой является оптимальным решением для знакомства с функциональными возможностями Smart TV. Редакция Ferrum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленный на тест девайс. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр, пока! Габариты нашего героя составляют 1044 на 607 на 47 мм при внушительной массе в 11,3 кг с батареей и картой памяти, но без объектива. Да. Нет, Дима. Леша. Нет. Давай. Хватит. Давай. Габариты нашего героя составляют... Еще. Motion Rate F6510.